На конкурс. Дети читают стихи. Тутаришев Андрей, город Санкт-Петербург, гимназия номер 63, 9 лет. Я выбрала это стихотворение, так как в моей семье есть учителя, а бабушка – заслуженный учитель Российской Федерации. Я посвящаю ей это стихотворение. Роберт Рождественский, учителям. Удачи вам, сельские и городские, уважаемые учителя, добрые, злые и никакие капитаны на мостике корабля. Удачи вам, дебютанты и асы, удачи, особенно по утрам, когда вы входите в школьные классы, одни, как в клетку, другие, как в храм. Удачи вам, занятые делами, которых не завершить все равно, накрепко скованные кандалами, инструкций и окликов из городов. Удачи вам, разному выглядящие, затеями и без всяких затей, любящие и ненавидящие, этих, будь они трижды, детей. Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить Земля, лучшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя. Не на словах, а по вещи и традиции, которые завтрашней жизни подстать, учителем надо будет родиться и только после этого стать. В нем будет мудрость талантливо дерзкая, он будет солнце нести на крыле. Учитель – профессия дальнего действия. Главное